Помимо нашего сознания, но наше сознание проявляет эти законы в виде нашего творчества и нашего владения этими законами. Условно центром музыкальной вселенной мы можем назвать, скажем, звук до. Этот звук, который звучит сам по себе, он не вызывает вроде бы никакой эмоции, да? Но в то же время в нем что-то такое есть, что требует продолжения. Что-то в этом звуке скрыто, что дает потенцию его какого-то рождения, какого-то вторичного дубликата.